Всем доброго дня, меня зовут Сергей. Сейчас я вам покажу, как парсить контент, который подгружается при выполнении веб-страницы. Допустим, мы парсим товар с магазина SunSky. Если мы откроем сначала в нем какой-нибудь товар, то увидим, что цена доставки у нас не указана. И цена доставки здесь подгружается скриптом при выполнении веб-страницы. И поэтому, если мы будем парсить этот товар в программе, то в коде веб-страницы не будет присутствовать цена доставки. Для ее подгрузки мы будем использовать макро шаблона вывода getMoreContent. Я произвел поиск по дереву макросов по слову getMore, выделился макрос getMoreContent. О макросе getMoreCyclingContent чуть позже. Дважды кликаем на макрос getMoreContent, открывается панель настройки этого макроса. Здесь мы должны вставить ссылку. Это адрес страницы, с которого будут подгружаться данные. В данном случае цена доставки товара. Чтобы нам подгрузить эти данные в программе макросом getMoreContent, мы должны будем узнать, по какой ссылке они загружаются при выполнении веб-страницы. Для этого используется плагин LeafHttp Headers для браузера Firefox. Для других браузеров аналогичных плагинов я не знаю, поэтому рекомендую использовать его. Нажимаем кнопку Alt, появляется главное меню, инструменты, просмотр HTTP заголовков. Так, расширение. Этот плагин называется вот так вот. Вы можете его легко найти и установить в вашем браузере Firefox. Если нет браузера Firefox, то установить его можно за 5 минут. Далее все основные действия будут происходить во вкладке HTTP заголовки. Мы, если здесь видим множество заголовков, то должны нажать кнопку очистить, чтобы они нам не мешали. Так, мы начинаем работать. Нам нужно выбрать регион, страну, для того, чтобы цена доставки подгрузилась. Мы сейчас спровоцируем подгрузку этой самой цены доставки, выбрав регион, например, Россия. Russian Federation. Запрос выполнился. Мы видим, что здесь появилась цена доставки. И открываем наш плагин. Здесь произошел один запрос всего. Если произошло больше запросов, то нам нужно еще найти тот запрос, который подгрузил цену. Это бывает очень сложно иногда. И поиска я не нашел здесь по этому окну. Поэтому, если нужно будет искать по этим данным, произвести поиск, мы нажимаем кнопку «Сохранить все», сохраняем в текстовый файл и в блокноте уже выполняем поиск. Я так делал, может быть, есть способ получше, побыстрее, я не знаю. Вот у нас появились данные о запросе, о этих всех данных я чуть позже вам расскажу. Сейчас у нас суть в другом. Мы копируем ссылку, по которой подгрузилась цена в буфер. Правая кнопка мыши «Копировать». Переходим в программу URL-адрес страницы для макроса getMoreContent. Мы сюда вставим эту ссылку. Нажимаем кнопку «Вставить макрос». Выполняем предпросмотр результата парсинга контента. Это кнопка или Ctrl F2. Выполняется загрузка страницы и будет выполнена подгрузка цен. Это то, что получил браузер при выборе страны. Мы видим здесь коды регионов. И далее в конце мы видим цены доставки, то, что нам и нужно. И для того, чтобы нам брать, например, первую цену доставки, где она? 6.16 вроде как. Мы зададим границы парсинга для этого макроса getMoreContent. Для этого мы нажимаем данную кнопку. Нам предлагается ввести ссылку, для которой нужно будет задать границы парсинга. Мы вставляем из буфера ту же самую ссылку, по которой подключаются данные, которые мы получили в плагине. Опускаемся ниже, где у нас есть информация о ценах. Я опять пытаюсь найти цену, вот она. Выделяем начало парсинга, нажимаем кнопку F1.
Выделяем конец парсинга, нажимаем кнопку «Выделяем конец парсинга». Выделяем конец парсинга, опять же, нажимаем кнопку F2. Все, что между началом и концом парсинга, в данном случае это цена 6,16, будет у нас парситься. Нажимаем кнопку «Готово». Теперь нужно будет вставить макрос с заданными началом и концом парсинга. Он вставился. Выполняем предпросмотр. Видим, что теперь берется только цена. Идем далее. Допустим, вам нужно будет парсить же не один товар, я так понимаю. Иначе смысла нет особо заморачиваться с программами для парсинга. Извиняюсь за жаргон. Так, допустим, мы будем парсить еще вот этот вот товар. Копируем его ссылку в буфер. Идем в программу, нажимаем клавишу Ctrl-V, вставляется ссылка в список ссылок. Мы выполняем предпросмотр этой ссылки. Выполняем предпросмотр. Опять же продолжается та самая старая цена. Почему так происходит? А потому что в нашем макросе в ссылке для подгрузки данных присутствует Product ID. Это ID товара, для которого нужно получить цену доставки. И мы будем должны при парсинге каждой ссылки подставлять и ID товара, который парсим. Для этого мы зададим границу парсинга для того, чтобы программа брала этот ID для каждого товара. Выделяем, например, границы парсинга 2 и жмем эту кнопку или сочетание клавиш Ctrl F1. Открывается тот же сам инструмент задания границ парсинга. Мы должны будем сейчас задать границу парсинга для парсинга ID. Здесь ID 319008. Пользуемся поиском, чтобы найти его в коде. Так, вот он есть. Начало и конец мы задаем. Наименование границы парсинга, кнопка готова. Вот она у нас задалась и имеет имя ID. Мы выделяем ту часть, вместо которой вставить макрос границы парсинга, и дважды кликаем на макрос в дереве макросов. Макрос вставляется на место выделенного кода, и теперь при парсинге каждого товара будет подставляться ID того товара, который мы парсим. Проверяем. Дважды кликнул по ссылке, выполняется предпросмотр. Для первого товара цена доставки 6,16 доллара, видимо. Для второго товара 12,33 доллара. Проверим. Идем в магазин. Мы вот этот второй товар, который мы добавили, открываем его в браузере и видим цену доставки 12,33. Все здорово. Далее. Далее. Если нам нужно подгружать данные, которые представлены в повторяющемся виде каком-то, заключены между одинаковыми повторяющимися тегами, например, это данные о всех ценах доставки, вот они, да, то мы будем пользоваться другим макросом, который работает аналогично этому, и он называется getMoreCyclicContent. Он не имеет собственной панели инструментов, но мы можем все взять из макроса getMoreContent. Ту же ссылку с динамически изменяемым ID, который мы сделали, мы вставляем между тегами URL. Далее нам нужно задать начало и конец парсинга. Работает он аналогично повторяющимся границам. Сейчас мы проанализируем код этой страницы для того, чтобы понять, какие нам границы задают для макроса getMoreCyclicContent. Мы видим здесь. Я сразу могу уже сходу предположить, что подойдет та же самая граница, которую мы задали для getMoreContent, потому что все цены у нас заключены между одинаковыми частями кода. Вот они выделены. Поэтому мы просто берем границы парсинга от getMoreContent, вставляем в старт начало парсинга, и в end мы вставляем конец парсинга. Удаляем теперь этот макрос, чтобы он нам не мешал для понимания сути. Выполняем предпросмотр парсинга контента.
выполнился макрос getMore цикле content. Это данные, которые получились при подгрузке цен доставки. Они разделены, отделены друг от друга переносом строки. Если нужно отделить, например, запятой, то между тегами sep-sep мы вставляем запятую за место оператора br в фигурных скобках. Выполняем предпросмотр. Видим, что у нас цены доставки разделены запятой. В принципе, что и требовалось. Теперь еще хочу отметить, что в этом случае мы получили прямую готовую ссылку с полностью всеми данными, которые содержатся в ссылке. Я имею в виду данные, такие как TS, Product ID, они передаются в самом URL-адресе. Бывает и так, что данные эти отправляются пост-методом, и сейчас я вам покажу, как такие ссылки обрабатывать макросом getMoreContent и ему подобным. Для этого я буду просто произведу авторизацию, и мы посмотрим, чтобы вы понимали, как это все происходит. Я ввожу любые имя, любой пароль на этом сайте. Это все делается для примера, повторяю. Нажимаем кнопку «Вход». Видим, в нашем плагине Leaf HTTP Headers произошло множество запросов. И вот этот запрос для авторизации login.php. Но данные уже, данные имя пользователя, пароль, отправляются не в самой ссылке, а в пост данных. Поэтому мы сейчас для парсинга таких ссылок в таких случаях нужно сделать вот что. Мы копируем ссылку, которая выполняется запрос. Через вопрос мы прописываем к ней пост данные. И получается рабочая ссылка для выполнения этой операции. Отмечу, что все пост данные прописываются после знака вопроса и разделяются между собой вот таким вот символом и, вроде так он называется. Если, допустим, вы уже будете подставлять эти пост данные к ссылке, в которой присутствует знак вопроса и что-то передается, то вам нужно эти пост данные подставить после символа и. Я надеюсь, вы понимаете это. Так, ну и все, что я хотел сказать. Если у вас будут какие-то вопросы или недопонимания, пожалуйста, задавайте их на форуме. Большое вам еще раз спасибо за внимание и приятного дня.